В Оренбурге показатели младенческой смертности за последние 8 лет снизились в 2,5 раза. Об этом на встрече с журналистами сообщил главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов. Он назвал каждую спасенную жизнь главным достижением. Иванов высоко оценил региональную систему мониторинга за беременными женщинами. Команда ведущих специалистов страны, неонатологов и акушеров 2 дня работала в Оренбурге и Орске. Цель экспертной поездки – оценка развития здравоохранения в части, касающейся оказания помощи детям, в том числе новорожденным и роженицам региона. Мы были в 2014 году, когда младенческая смертность составляла практически 12 промилле, и видим сейчас за 4 месяца уже официальные данные Росстата, младенческая смертность составляет 3,2 промилле. Но много или мало 3,2 промилле? Мы должны представлять, что целевой показатель в нашей стране, которую мы стремимся достичь, он, в принципе, уже достигнут, но он является 4,5 промилле к 2024 году. Такая цель определена в майских указах президента России. Эксперты подчеркивают, Оренбуржье планового показателя уже достигло. Благодаря большому вниманию к медицине губернатора, работе Минздрава и всех врачей системы родовспоможения. Специалисты федеральных центров готовы оказывать оренбургским врачам консультации и практическую помощь.